Понятно, что семейные отношения – труд не из легких, но находить время на себя любимую все же нужно. Когда муж видит жену неухоженной и вечно мелькающей перед глазами в своем старом, но таком удобном домашнем халате, он невольно вспоминает ту, которую однажды встретил и полюбил. В мужской голове все чаще звучит мучительный вопрос, как же он так промахнулся? Почему жена совсем не боится потерять его, если позволяет себе так опускаться в его глазах? Да, она хорошая мать и хозяйка, но в первую очередь, она женщина. И вот уже он, такой бедный и несчастный, начинает обращать внимание на красивых и жизнерадостных красавиц на улице, на работе, в троллейбусе и такси. Стоит ли в такой ситуации удивляться, почему мужчина теряет интерес к своей женщине? Еще одна большая ошибка, приводящая к тому, что муж не хочет жену, заключается в том, что женщины начинают чрезмерно заботиться о своих супругах. Они, словно курицы на сетке, просто душат этой заботой, забывая простую истину, мужчина уже давно не мальчик, он живет с женой, а не с мамой. Да и секретов почти не осталось, исчезает тайна, а вместе с нею, интерес. В постели тоже все, как по плану, ничего нового и неизведанного. Чтобы муж всегда любил жену и хотел ее, нужно быть для него загадкой, а не прочитанной книгой. По своей природе мужчина – охотник, поэтому ему нравится завоевывать женщину. А когда завоевывать некого, он начинает скучать. Женщина в браке просто обязана толкать своего избранника на подвиги, создавать препятствия, быть иногда недоступной. Ей пора вспомнить, а лучше никогда не забывать что такое настоящее кокетство, пустить в ход все свои чары, чтобы муж снова и снова хотел завоевывать только ее. На самом деле, все не так уж и сложно, если разобраться и понять мужскую сущность. Даже когда усталость валит с ног, можно найти хотя бы пять минут, чтобы привести себя в порядок. Можно купить хорошие духи, заменить удобный домашний халатик на что-нибудь современное и сексуальное, ведь это не так уж и сложно. Иногда очень полезно побыть актрисой, заставить слегка приревновать мужа к соседу, устроить ужин при свечах, пригласить любимого на романтическое свидание, устроить ночь, утро, день, незабываемого секса. Главное, успеть сделать это вовремя, пока другая смелая и находчивая не сделает это сама. Если вы хотите быстро и безопасно похудеть, привести свое тело в порядок, зайдите на сайт Блокрум. Атлетик Блокру это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные риеты и планы питания. Атлетик Блокру это сообщество помощи и поддержки худеющих.